Так, следующая машина у нас Mercedes E280, 3 590 000, 2000 год, 2.8 объем, так, 346 тысяч пробег, автомат, задний привод. Так, автомат, да? Ну, салон так, хоть есть вид немножко. 3 590 000. Лупарик 2.8. Находится по проспекту Туран в Астане, левый берег. Туран 73. Рено центр, в общем, здесь. Кристалл авто, Рено. Машин здесь достаточно, где-то более 150 машин здесь продаются. Трейд-ин, обмен, кредит и так далее, рассрочка. Все это вы узнаете. Сюда позвоните. Вот здесь контакты указаны, адрес указан, вот. Узнавайте, так. Mercedes E320, 4 890 000, 2003 год, объем 3.2, 290 тысяч пробег, автомат, задний привод, кожаный салон. Mercedes E320, 3.2. С люком, люк есть. Так, дальше у нас Nissan Note, 5 090 000, 2007 год, 1.6, 162 тысячи пробег, автомат, передний привод. Вот контакты. Сзади парктроники есть. Так, диски стоят. Что еще здесь у нас? Омыватель фар. Шиповка. Вот салон. Пишите в комментариях, какие машины нужно снять. Вот какой-то портачок немножко есть. Бампер отошел. Так, Nissan Almera, 5 990 000, 15-й год, 1.6, 90 тысяч пробег, автомат, передний привод. Nissan Almera. Еще раз повторюсь, адрес находится в Астане, Туран проспект 73, левый берег. По Тугису посмотрите. Салон Рено получается. Машин достаточно. Можете свою здесь сдать. Ну, продать, имею в виду. Так, Almera, так сказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Какие нужны салоны снять. Какие авто вас интересуют. Что по ценам скажете. Цены куда пойдут, вниз или вверх. Ну, в данный момент снимаю, навряд ли они вниз сильно пойдут. По поводу утиль сбора скажите тоже ваше мнение. Если обладаете такой информацией, поделитесь мнением. Что будет с ценами? Насколько они просядут, либо насколько они вырастут? Вот. Так, дальше у нас Nissan получается Тиана. Люк есть у него. Вот люк. Цена 4 390 000, 2006 год, 3.5, 116 тысяч пробег, автомат, передний привод. Кожаный салон. Так, мультимедиа. Экрана нету. А, нет, есть экран небольшой. Тиана. 4 390 000. Nissan Тиана. Дальше у нас Nissan Qashqai. Цены нету. Наверное, продали.
Еще один Nissan Qashqai с пробегом. Nissan Qashqai, цена 7 миллионов 190 тысяч, 13 год, 1.6, 134 тысячи пробег, автомат, передний привод. Ну, комплектация вроде бы хорошая. Много там всяких кнопок. Если бы они писали бы комплектацию еще бы, тогда бы я бы про нее говорил, ребята. Они вот только пишут объем, пробег, цена и какой привод. Передний или полный, или задний и так далее. Так, Qashqai. Дальше у нас получается Nissan X-Trail. Цена получается 15 миллионов 990 тысяч, 19 год, объем 2, 10 тысяч пробег, полный привод, автомат. Nissan X-Trail. Машин достаточно на парковке здесь. Больше, наверное, 150 машин. Выбор есть. Как говорится, по кошельку. В Астане на проспекте Туран 73 находится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, какие салоны нужно снять, что бы хотели увидеть на канале. Вот, по ценам свое мнение пишите тоже в комментариях. Для вас это пару секунд, для нас это огромная поддержка.